Изобрази кипящий чайник. Это сумасшедший чайник. Оле, 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 оле. Давай вперед. Давай, 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 давай. Я тебе поздаю, ну же. Держи, держи. Давай, 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 давай. Ну же, гол, забивай. Сейчас, 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 сейчас. Ты мимо. Я забиваю. Давай, 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 давай. Yeah! Аминка, ты только посмотри на них. Опять сидят и играют в мою Sony PlayStation. И так уже третий день. Все, надоело, пора действовать. Давай, 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 давай. Ну же, ну же, ну. Эй, ребята, вы чего? Отойдите. Вы мешаете нам играть. Мама, папа, сколько уже можно играть в этот футбол? Нам скучно, мы хотим с вами поиграть. Ребята, хорошо, но только давайте чуть-чуть попозже. Отойдите. Вау, Камиль, смотри, что мне попалось. Вкусно маме. Ожерелье. Эх, скучно. Надо как-то родителей отвлечь. Это невозможно. Они, может, так целый месяц просидеть. О, кажется, у меня появилась идея. Ну, а теперь это все нужно собрать. Да, без проблем. Мама, папа, у нас для вас сюрприз. Мы придумали для вас новую игру и получите вашу Sony PlayStation. Ага. Ух ты, ты слышала? Они придумали игру лучше, чем наш Sony PlayStation. Разве это возможно? Пойдем проверим. Пойдем. Ну что, мы готовы. Рассказывайте, что у вас тут за игра? Ну что, мама, папа, сегодня вас ждет супер игра, на которой можно заработать денежки. Денежки? А мне уже начинает это нравиться. Так, рассказывайте ваши правила. Мама, папа, смотрите, у нас есть большой разноцветный коврик. Под каждой плиточкой спрятано задание или денежка. Мы будем крутить барабан и по очереди открывать плиточки. Проще правил я еще никогда не слышал. Это легкотня. Давайте уже начинать. Давайте, ребят, на самом деле. Ну сейчас тогда посмотрим, как вы легко выполните наше задание. Выбирайте, кто из вас первый будет крутить барабан. Я! Давай я! Нет, я. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три! Здесь я первая кручу барабан. Прошу. Хочу денежку вместо задания. Все, кручу барабан. Хоп. Мне попался, красный цвет. Так, у нас три красных плиточки. Какую же мне выбрать? Хоп. Выбираю вот эту. Ну давай, мама, открывай плиточку, посмотрим, что тебе попалось. Открываю, открываю. Так, что там? О, какое-то задание. Сесть на воздушный шарик так, чтобы он лопнул. Кажется, сейчас будет бум. Мамочки, что сейчас будет? Все, я готова, я раз, два, три. Вы это видели? Я это сделала. Ну что, ребята, теперь моя очередь. Кручу-верчу, денежку заработать хочу. Синий! Выбираем вот эту плитку. А-а-а, создание! Быстро проговорить сковородку. Скороговорку! Ну что, а вы сможете быстро проговорить скороговорку? На дворе трава, на траве дрова! О, молодец! Я тоже! Давай! На траве трава, дрова! Сейчас посмотрим, как это сделает папа. Поехали? Так, ну что, я готов. На дворе трава, на траве дрова! Теперь я кричу! Красный!
прям как мне. Я выбираю эту плиточку. Аминка, давай уже открывай скорее. Камильчик, прочитай мне, я читать не умею. Бегу, бегу. Изобрази кипящий чайник. Это сумасшедший чайник. Так, что-то я не понял. А где деньги? Почему выпадают одни задания? Терпение, пап, терпение. А я кручу барабан. И зеленый. Так, вот этот. Нет, вот этот. Не-не-не, вот этот. Да, вот этот. Надеюсь, там будет денежка. Так, посмотрим. Съесть яблоко без рук. Кажется, сейчас будет весело. Ага. Ну что, Гаминчик, так как все яблочки слопала Аминка, будешь есть абрикосик. Давай, давай. А, ты сразу решил? Без рук, без рук, без рук. Молодец! Yeah! Ну что, кручу барабан. Поехали! И мне попадется голубой цвет. Попался уже. Попался голубой цвет. Выберу вот эту плиточку. И у меня опять задание. Ну-ка посмотрим, что там. Притвориться котенком и выпить молоко из блюдечка. Кись-к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 ись-
Ну что, вкусно? Да. Ой, какой котенок у нас послушный, а? Гав-гав-гав-гав-гав-гав! О, еще одна кошка пришла! Вкусное молочко? Ну что, надеюсь, на этот раз мне попадутся денежки. Голубой! И это последний голубой, кстати. И там будут деньги! Опять задание! Съесть лимон и не корчить сказать, как это вкусно. Те, кто еще не в курсе, открою вам маленький секрет. Ну ты уже морщишься, а нельзя. Я не люблю лимон. Может, это Аминка сделает себе? Посмотрите, как она его лакает. Все, ладно, ребят, поехали. Давай, 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 папа, ты это сможешь. Ты должен сказать, как это вкусно. Это так вкусно? Это очень вкусно? Это очень вкусно, надеюсь, я не поморщился. Нет. Все? Да, ты молодец. Ты терпел. О! Не вкусно. Давай посмотрим. О, деньги! Деньги, ясно! Круто, Аминка, тебе попало целых 200 рублей. Я тоже хочу деньги. Ладно, буду крутить. Ура, наконец-то выпал желтый. Вот это, потому что она стала крайняя. Открываем, открываем. И... целых 200 рублей! Ничего себе! Вот это везуха, ребята! Ну все, ребята, мне попадают одни задания. Я тоже хочу денег. Кручу и... Ой, цвет выпадет. Красный. Ну что-то мне везет на красный цвет. Ну что, у нас остался последний красный. Я его открываю, и тут задание. Спеть любимую песню. Использовать вместо слов. Прю-прю-прю. О, есть идея. А мы тогда должны будем угадать твою песню. Давайте. Хрю-х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 рю. Угадали? Мало половин! Мало половин! Мало половин! Мало половин! Правильно? Да, угадали, вы умнички! И... хрю! Есть, зеленый есть! Ну что, ребят, зеленый последний, надеюсь, там будут реально зеленые денежки. Зеленый. Доллары, доллары! О, что-то вижу. Стоп, стоп! Это мои 100 рублей. Теперь твоя очередь, и у нас осталось только два оранжевых. Выбирай один из них. Так, Энки,
Бенки, Ели, Вадинки, Энки, Бенки, Бац. Какой? Вот этот? Открывай. Да. Давай посмотрим, что тебе попалось. Открывай, открывай. Задание? Показывай, какое задание. Другое. Какое? Изобразить 5 разных смайликов. Смайлик. Это счастливый смайлик. Разобью. Ну что, теперь осталась последняя плиточка. Моя. И шумяк. Так. Набей трое вкусной мамой и сказать толстощеки сладкоежка. Так. Берем много вкусной мамы. Сначала ты. Набиваем рот. Толстощеки. А ты? Толстощеки. Давай, комитик, еще раз. Защитана. Ну что, друзья, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. А также, если вы хотите с нами дружить, то переходите по ссылочке в описании и подписывайтесь на наш инстаграм. Обязательно, ребята, все ссылочки будут в описании. Всем пока!